5 советов по профилактике вирусных заболеваний в Красноярске. Прямо сейчас проветрите помещение, в котором находитесь. Возьмите за правило мыть руки раз в час. Вместо рукопожатия достаточно простого приветствия. Откажитесь от похода в кафе и кино. Замените их на доставку и просмотр сериала. Дезинфицируйте сотовые телефоны и компьютеры. Отпрашивайтесь с работы, если чувствуете недомогание. Будьте в курсе новостей про коронавирус. Оперативно в соцсетях Примы. Подробно в 19:00. Будьте здоровы!